от нас вы не услышите лжи. «Правда Бурнова» – это первое информационно-аналитическое шоу на НТВ. Шоу интеллигентных людей, где говорят умные вещи и не обсуждают пошлости. Было 3 месяца, 9 выпусков, и ни за один из них не стыдно. Телевидение для меня почти религия, а Бурнов – почти божество. Знаете, что мне больше всего нравится в нашей профессии? То, что от момента зарождения идеи, от того, когда начинаешь испытывать такой легкий зуд где-то в черепной коробочке, до реализации своего проекта проходит очень мало времени. По сравнению с другими профессиями, результат получаешь практически моментально. Но живет он ровно столько, сколько идет эфир. Конечно, можно было бы добавить пафоса и сказать, что с финальными титрами наш продукт умирает навсегда. Но нет. Я обожаю интернет. Под видео в описании ссылки на все выпуски нашей программы. И пусть их было только 9, и некоторые из них были ментально переформатированы, и мы были с этим не согласны, но вы можете увидеть их прямо сейчас. 3 месяца назад я сделала видео своего последнего эпичного въезда и не менее эпичного выезда с парковки Первого канала. 7-3-7-3-10. Каждый говорит глубоко о своем. Нашего вашего радио. 2500 или около того. Нет. Давайте, нет. Взять Алеппо все-таки. И вот сегодня, спустя 3 месяца, не менее эпичный проход по транспортному коридору за трудовой книжкой. В этом году, кстати, ровно 30 лет, как я пришла сюда в Останкино. И вот что удивительно, я пришла сюда на центральное телевидение в Туле и ухожу сюда тоже в центральное телевидение. Совпадение? Не думаю.